делаешь видосы, чтобы потом свой голос Да, слушать и не вставал. так и есть, да. Нормальная тема. Правильно. Ой, у нас же пимп ушел. Давайте его исключим. Есть в РК кто-то в рейд? Олега бери, он хотел пускать. Олег в РК есть, нет? Ты ему пати кидай, он зайдет. А чё, самогон ушел? Ну он написал, надо уйти срочно, начисли, я начислил. Расстроился из-за злого, наверное. Вы там только в демонах успеете теперь. Договоритесь, кто демон. Что-то я не видел, Олег написал что-то. Он ответил, что он тут. А злой всеми вышел или только одним? Кем зайти ему, скажите, пожалуйста, кем, кто там лучше нам будет? Сова, наверное, да? Сова в идеале. Значит, по... Ой, блядь, три паладина, тютелька в тютельку. Сангвини, кружок, первая валька станешь. Волшебно, ромбик, вторая валька. Тюменская, холипал, пожалуйста, стань трусы, это третья валька. А, васап же еще есть. Васап у тебя получится станить? Да, конечно. Давай, васап будешь станить. Только я первую волну вряд ли смогу застанить. Так я духа заберу, давай. Ладно, сейчас, подожди. Ну, да, я первого тогда застану. Да, у меня будет к первым валькам стан. Сколько стан, кстати, КД там, 40? Минута. Ну, я в коте еще стану, так что все норм. У нас же есть хулипала. Да, но там хулипал. Тюменская, твой стан, короче, в случае, если ты видишь, стана нету, и валька улетает, типа. Так что, я станю кого-то? Да, трусы. Окей. Мырки в РК. Мырки. Кружочек, пытку кастуешь. Лола кастуешь в ромбик, Селена кастуешь в трусы пытку. Так, первая группа кружочек бьете, вторая группа бьете ромбик, третья группа бьете трусы. Остальные по ситуации товарка, которая ближе к краю. Зашел он, нет еще. Значит, эсэсы Рома даешь на меня на второй переходке, Вуди Аллен даешь на васаба. Как еще распределить-то? Он летаем на розетту, боль на Wild Magic. Не знаю, нормально, нет? Я очень переживаю, что если один хил улетит, то у нас в комнате не хватит хила. Ваня, кто лучше хилит Холи Престом? Гомеопатия? А, блядь, у него спека-то нет. Ну, Ваня хилит. Ваня лучше хилит. Ну, не улетит, говорят, значит, разобьем. Суманули его. Чек на пул. Значит. Пулкер. Квадрат. Ты не улетаешь. Ты будешь водить меликов. Значит. РДД Рома. Рома звездочка на ассиста. Ты не улетаешь, и звездочка. На второй фазе, васап, давай ты поставишь, ну как валик дать, хорошо, сможешь? Валик, ну метку я имею в виду, звездочку. Так, на тебе васап. Да вон Олег, может Олегу. Олег, ну, в принципе, ну на тебе. На второй фазе поставишь, да, васиста, чек на пул. Смоги, не кинешь каплю, как попрошу. Джейми. Джейми. Ну чё ты там? Ну все, пошел трахаться, что ли?
Давай, Рома. Ой, хоть порадуйся за сигильдейца, что ты. Я тут. Я тут пивка наливал себе, мне пивка принесли. Я понял. Запускаю. Джерион, ты тут? Чё-то медитируешь? Неужели ты были наконец? Снял, по-моему, а чё я, звёздочка, чё я делаю-то? Ты просто не улетаешь на ловушку. Нас водишь. Я ж буду потом стоять далеко. Так сейчас нас поводили. Масар перевешивает на себя на второй фазе, не беспокойся. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Давайте, на ловушки улетают. Любое тело это ГП, сотка. Ты пройдешь через эти мучения сам. Олег замечает, кто стоит в метке, там тоже ГП будет. Или WhatsApp, кто-то из них заметит по-любому. Я не буду слушать. Даня танчит, нет? Дайте метку мне звони. Даня. Мишка уже. С Мишки надо диспелить чему. Диспелит. Гомеопатия. Диспелишь плюс время. Да будет 5 секунд до боя. Секунда. 3, 2, 1. Начинается бой. И готовить. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел. Гомеопатия не увидел. Ты диспелишь? Да диспелит, он диспелит. Все. Надо знать, чтобы я был спокоен. Ловушка внимания сейчас будет. РДД прошу. Мат 3 секунд и готовимся. Ловушка смотрит. Милики прошли, милики далеко. Так, ловушка 3 секунды. Смотрит. РПД проходите. 3 секунды. Внимание. Сандвини побежал. Быстрее, быстрее, быстрее. Скорость. Ловушка, секунд. Внимание, РТД. Милики чуть пройдет. Ловушка, 3 секунды. Внимание. Ловушка, секунд. Чума на васаде. Ловушка РТД. Чума секунд. Чума секунда. Приготовились выносить. Удяли. Ловушка. РТД проходим. Протопал на край. Плеча ближе. Плеча бегу. Внимание, сейчас будет ловушка 3 секунды. 3% сейчас на край пойдем после ловушки и ловушка смотрим. И чума секунда. РДД ловушка. И чума секунда. Диспел. Все нормально с ловушкой. Волшебно, побежал в диспел. Давай каплю сангвини. Сангвини каплю в осад. Перевели. А уешили. Зауешили этих дураков. Приготовились духа бить. Ну зачем? ШП шары. Бери не валы. Бери его, блядь, тумбе. Он пришел, забрался меня, чему. Блин, у меня шаркающих нету, бейте. Я хотел застанить шаркаря. Тары! Бейте сперва. Все это, нормально. Я хотел диспель этого, застанить шаркаря тебе. Гомеопатия, кинь дух на Войда, там если его кинуть, потом мили атаки его бить не будут. А вы маму шманку заливаете, нет? Васап, давай я поведу. Я уже говорил, гомеопатия в ДЦ. Он на мне. Хорош. Отверни тогда. Да что, падай. Поворачивай рейд. Что вы говорите? Васап на себя метку? Да. Там 3 дебила на шарах, на шарах. Минус 4 на шарах, а, минус да? 3. Блять, я не увидел даже. Они в смертях не отобразились. Ну давайте упадем. О, один лок, один лок.
Молодец, Рома, давай дамаж. Мортен, ни к чем. Блэк. Назовите Морден никчем, и кто еще два? Блэк Зомби. Дамаг по шарам. Эрдру, да зачем ты хилишь, Эрдру? Кто я с ним делал? Бесы. Фу, Варенька и Фрель не могли шары разбить. И четвертый кто? Дамаг по шарам, пожалуйста. Кто не бил, скажите. Трое улетели там. Трое, да? Или четверо? Трое улетели. Все хорошо. Нет, четверо перепутали, сказали потом три. Так, Селена, 24 куска. Селена, мало, почему ты не била шары? Их там, кстати, не было, там те два появились, последние что-то взяли и побежали на них тут. Варенька, 21 га. Ну, их не было, там сразу два. Да, блин, Варенька не бил шары и Селена, кидай ГП. Так, давайте. Да. Я в рейд пошел. Ты же доп ЕПС за то, что били шары. Давайте такую истину проясним. Есть такая штука, как командная игра. Вы можете бить шары все, вы понимаете, РДД? Или нет? Если ШП уёбки не бьют шары, то вы бьете шары. И мы не падаем. Из-за ШП уёбки. И вы все молодцы, друг друга подстраховали. Ясно? Я против, чтобы ты так людей называл. Если все будут бить шары, короче, понял? Да я не людей так называю. Ну как и кинетику, то ДПС будет мало. Это же очевидные вещи. Рома, ты херню сказал. Они убиваются за 3 секунды. Это 2 ГКД. Не рассказывай сказки. Так представь, каждый будет кастовать шары, ждать шар, и просто духи будут живые ждать в это время. Вот он подлетел на рейндж 30 метров, ты кастанул, и все. Три тела, 4 кастанул, и нет шара. Три тела, 4 кастует, а убивается он с двух тел. Да нет, пусть ШП сносит, давай без всяких этих напрягов. Знаю одного ШП, который просто соло все мог держать, любые шары. Ну я тоже могу, и что? Ник прицел у него был, но его кикнули из этой гильдии. Потому что он слишком хорош для нее. Давайте резайте, кто на платформе, там остальные заходите, мы с вас суманут. Там вальки не бьют. Ну подожди, знаю, человек. Сказали, все ШП бьют, а получается впрягаются два, а остальные забивают. Скажите, но, два, а двум другим ШП ГП бьют. Начислили. Каким я ГП начислил? Тем, которые 20к дали в них. Что еще надо? Да там было-то три шара. Тычка больше, тычка меньше. Ну факт, что подожди, вы должны все переключиться в сферу. Когда закончилась эта зима, переключиться в эту сферу и убить. И не будет вот это три человека улетать. Понимаете, нет? И не потеряется там ДПС, блядь. Сказочник какой. Да, тут же согласен. Здесь фулбаф даю. Хочется попиздеть на РЛ и пизди, если хочешь. Но ты как бы, ну, играешь раз в полгода, так что не пизди. Чек на пол. Чтобы поесть рыбу, нужно ставить рыбу самому себе, но там кто-то уже поставил. Могу и с рыбу, ничего не мешает. Неужели были наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную сторону. О, Антареса, это что? Это перс просто такой или это этот? Как его? Как же его звали? Мы даруем тебе быстро. Эмрата. Эмрата, да. Это он? Быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что не знаю. Погубил десятки тысяч душ. Нормальный тип такой. Не, вряд ли. Костя. Того точно не Костя звали. Его там по-хачевски, как ты знали, звали уже, казахом был. Но я не прикольно, буду прикольно. Слушать твои отчаянные крики. А Яндереса ж вроде друидом был, а не варом. Не, ну... Он же вообще продал своих персов тогда. Или отдал, не помню. Давайте 5 секунд приготовились. Рома на себя метку, WhatsApp на Рому метку. Звезду. Пул перо. Квадрат все. Ты
приготовились ловушка. Милики, осторожно, милики, к стоп. Милики, осторожно. Вот, чума, секунда. Приготовились выносить. Зарту флоп. Ловушка, смотрим. Милики, ловушка. Вот, внимание, ловушка, 3 секунды. Ловушка, секунда, смотрим. РБД прошли. Чума, 3 секунды, внимание. Секунда, чума, смотрим. Гном, 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 быстрее, быстрее, беги, беспел. Трудовато это. Видишь? Забери, милики прошли. Чуть не улетел черепок. Ловушка, 3 секунды, внимание. Ловушка, смотрим, РДД прошли. Васап. Чума, секунда. Смотрим, чума. Мараксус, ты пули там делаешь. Ну не спой, блядь! Успокойся. Секунда, ловушка. Секунда, РДД. Милики прошли сюда. Давай 5%. Еще будет ловушка и чума. Эрдру назад, эрдру. Приготовились. Ловушка, 3 секунды, секунду. И чума, 3 секунды. Сангвиника. Сразу чума. Приготовьтесь к трешу, подойдите. Милики прошли. Чума, секунда, смотрим чума, Морден, выноси. Диспел. Вот, 0% перевели. Тетный вар, на нем ловушка и чума, блядь. Далее ОЕ в это дерьмо. Я проморожу вас насквозь. Далее ОЕ. Ставьте тотем, поедем. Что у нас эти шипани стоят сейчас на эту зиму и по лечению играют? Типа нельзя? Только в обычке можно? Сейчас заберем. Сильно дух. Васап, ага. Коля Геру. Я скажу туда. Приготовились. Метку звезду. Сейчас всех валик разбиваю. Одна, вторая, третья. Разбили сильно. Разбили сильно. Вчера, что они такие быстрые? Не вижу. Звездопады отдали. Разбили. А вы вышли из-под меча. Вышла Арианка. Отошли из-под меча. Вышли из-под меча. Вышли, вышли. Валик бьем. Валик бьем. Усы проебали. Далее. Дальний рост. А вам замок был? Мак. Такой самок. А, самок сам. Нормально. Дань, нормально. Сейчас под герой. 20 давай, герой разбить. Должны разбить. Чё такие быстро? Нереально быстро. Я им гномов. Ставь тотем. Какой тотем? Блять, тотем каменной кожистый. Да ты издеваешься, что ли? А, ну... Замедляющий, который? Ну, ясен день, блять. Каков земли? Не, ну я не знал. Раньше не надо было кидать. Осквернение, милики вышли с центра. Милики вышли с центра. Все, центр. Давайте на другую сторону. Звезду быстрее все. Вальки секунд. Быстрее все звезду. И эти станы сразу.
Чё за пиздец? Давно уж разбили все. Кроме пыткой пока стойте. Беги, малышка, беги! На мне уже отойдите, отвечай, отойдите. Да, падать надо. Да? Ну давайте, ладно. Тоже. Да с такими обновами я забью на этот вов, пойду на работу лучше. Какие обновы? У нас нету ханта, нам некому замедлять этих валик. Ну тогда же, когда... Хантатэм. Ну поставил только что, да там все равно они быстро летели. Надежда. Может на них перестало замедление действовать? Ну, такого... Да не, ну здесь, они как слизни быстрые. Сейчас нормально. На ханта залезли. Просто у нас сейчас было уже сколько, минус 5 или минус 6 только что. Да. Понятно, что мы не разобьем уже этих валик. Лола, ты пыткой пробовала замедлять? Они замедляются, нет? Да, я видел. Да, замедляются, что... там видно. Вот. Может, ШП не замедляет? Нормально все замедляется. Просто паладин медленно станет, не вешает красную печать, листы не вешают пытки на тех валях, которые улетают. Вам кажется, что их не замедляют. Они просто другую. Дуары могут замедлять. А, ты про печать? Ну, про пытку. Чё, печать не пашет? Пускай АДК вот Black Zombie делает спек себе с лужей. АДК, ты знаешь, как сделать этот спек? Зачем маленько перезаходить на ханта? Он дамажит. С осквернением, что ли? Да. Что сделал, Святас? Ну просто это АДК 6 КГС, а тот за ШП был. Вы Вальку согрели, ребята, молодцы. Это ДК сарил какой-то. Теперь ДК нужен какой-то другой спек для лича. Ну говорят, да, там с руками, которые тогда вероятность вайпа снижается на 95%. Сам придумал, да? Подожди, Олег, я тебя рисую, не вставай. Ваня пришел с ума? Нет. Бой, потому что. Вы закончили бой там с Валькой? У нас три фурика, у нас фурики могут, блин, просто каждой Вальке подрезать сухожилия. Ну Джерри он может. Ариан, ты можешь? Могу. Красава. Раньше просто говорили, что если подрезать, типа она потом быстрее летит, нет? Ага, тогда нет, вообще, да. Если замедлять, вообще сейчас она будет просто быстрее еще лететь, да? Да не, говорили типа, ну не знаю, короче. Ну и стрелы Вальки тоже надо кидать. А, вот гнев небес, гнева, потом громовая поступь. Слышишь? Первое какое? Повтор... тебе. Гнев небес, громовая поступь, а первое что? Все, я это и сказал. Вары, подрезание, хант, ловушка, тотем, ков, шаман, лужа, АДК. Сейчас должно быть справиться, да? И этот, ретрики должны встать в центре, они уже когда за круг вышли, Вальки. И из артлов еще должен кидать проклятие, ГП накидай. Вуди, покидаешь косноязычие? На духов? И лича. На кого, на лича? И духов, и лича. Чего не кастуете? Он же так медленно кастует этот трэш, вызов трэш. Что?
лаги. Джиллиан, а что ты говорил про кнутов? Все готовы запустить. Ладно, все, начался трай. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Сангви, никакую валю станешь. Твои отчаянные крики послужат... Волшебно, какую станешь. Ромбик. Безграничной мощи. Делайте это в центре, пожалуйста. Окей. Она просто не сразу появилась метка, я протопил по счету. Не понял, не второй, не второй. Сейчас будет команда. Бибо Фрисни, Джеллиона. РДД прошли. Еще мат 3 секунды, смотрим. Нет. Внимание, РДД. Ловушка 3 секунды, внимание. РДД прошли, сама 3 секунды. Милики подходим, чума, милики подходим. Буди. Возвращайся. Ловушка секунды. Милики далеко. Подходим с ним. Сейчас будет еще ловушка, 3 секунды. РДД прошли, чума 3 секунды, 2. Одна секунда, чума. Зарта плов выноси. Готовились ловушки, секунду. Ловушка. РДД. Или чуть-чуть пройдет. 77. Ловушка 5 секунд. Секунда. И будет чума сразу. Внимание. Трэшу поближе. Ловушка. Милики прошли. Чума, секунда. Чума, секунда. Давай каплю. Вот маджик выноси. Диспел. Парейда, диспел. Один процент. Разошлись оттуда, там ловушка, разошлись. Уин! Кто улетал на рот? Уин! Никак, да? Ну давай. Пауз есть с диванами еще? Да, я сейчас дам. Кому? Нет, только я пытаюсь. А где? На диван будет вся переходка, идти одну минуту, и умирайте без дивана. Нет. Да ты же еще упадешь. Нет, там надо стоять. Быстро вам надо, очень быстро. Марианка ни в чем запомнил. Там народу-то улетело. Улетел. Да летел, вытащили прям на край практически, там бежать уже некуда было. Кто-то же выжил, там умер, разбежались. Вот уже. Так, ну, милики, которые с другой стороны стояли, наверное. Мочалик, ну, это я же 20 людям в рейде, там, ну, взорвал один человек, они просто рядом были, некуда бежать было. Кто взорвал? Нахуя? Ну, как ты узнаешь, кто взорвал? А зачем? Нахуя ты МГБ начисляешь? Рома, так, в принципе, один взрывает, а остальное уехало. Да, давай лучше поиграли, чтобы мы убили уже наконец. Ну давай. Кто еще там? Присоедините, пожалуйста, кому не дал.
Че, сова, полетели? Плюс они те, кому еще не дал. В смысле, нет? Да там улетело 12 человек, блядь. Ты двум начислил, говоришь, плюс Аните. Ты даже понятия не имеешь, кто улетел. Я могу по видео посмотреть, у меня все снято. Я просто не хочу проверять. Нахуя? Если они не виноваты. Вот я отошел к самому краю, а кто-то взорвал ловушку. Я улетаю. Мне некуда бежать, я на краю стоял. Давай ты будешь. А ловушка твоя была, ты ее хуй знает где разлил. Хорошо? 2% у босса ты заводишь на самый край его, на тебя кидается ловушка, это твоя вина была, начисляй себе ГП. Себе ГП начисляй, заведешь, давай рот закрой. Кстати, вот это нормальная идея. Так, кто еще там? Насчет закрыть рот или насчет чего? Насчет того, что вина Войда, потому что он на краю держал леща. Да то, нет. Что я стоял на платформе, нет, далеко от ловушки, вины. Просто нет, улетел. Нет здесь моей вины, когда милики смотрят, когда на БДК ловушка, они также улетают. Они разбегаются в стороны. Все могли разбежаться в стороны. 6 человек там или 7 не разбежались, по-моему. Я далеко стоял. Смотри. От ловушки, меня просто уешка и выкинула. 10 человек-то выжило. Там больше выжило, не рассказывайте. Ну, допустим. А потом к тебе люди хуёво относятся. А ты удивляешься, что они пиздят в РК, тебе в чатике. Персов потом тебе удаляешь. Тебе что-то не нравится, собирай свои рейды. Не базарь здесь, понял? Сука. Или не понял? Ты начисляешь ГП людям ни за что сейчас. Ты уверен в этом? Конечно. Можешь идти с рейда, если тебе что-то не нравится. Тебе так понятно? Успокойтесь. Да ладно, давайте завязывать. Если с рейда уйдут, после рейда объясню, все люди. Кто виноват, то нет. Сейчас просто время тянете. Если с рейда уйдут все люди, которым что-то не нравится, тут 10 человек останется. Ты уйдешь, и сразу всем все будет нравиться. Потому что ты тянешь время. Ты начислил ГП 5 людям из 12. Ну, а сейчас видос будет смотреть и типа чекать остальных. А, то есть пересмотреть видос ради 100 ГП, который Войд сам принес в рейд. Типа, это не тянучка времени, а сказать правду, это ты время тянешь, лива из рейда. Проще так, сейчас если убиваем Страя, то отменяют просто ГП тем людям, которые улетели, да и все. Так почему пятерым начислили, а еще 7? Давай смотри, давай ты сейчас отменишь. Смотри, давай ты сейчас отменишь ГП 5 человеком, либо сейчас начислишь 12 человеком, только быстро. Но ты этого не сделаешь, так что давай отменяй, и потом разберем этот рай отдельно. Кто виноват, а кто нет. На самом деле там много кто виноват, не только БДК. А те милики, которые... Так смотрите, откидывает того я ловушка или нет? Да, откидывает, да... Это насрать, я тоже там стоял, но мне хватило мозгов отбежать. Там много хватило. Стояло народу, некоторые же выжили в этом. Короче, я думаю, надо без ГП Войда, просто надо пить сейчас. Ваня, ты можешь присиму? Кого не хватает? Кого ты симонишь? Я тут, давайте рыбу. Что-то я лагать начал. Я не знаю, что они там ограничения сделали, но сервак как 100-150 пинга было, так он и есть. Не, это, наверное, мой нет, походу. У меня 200. Ну не, 111 пинг. Как они его отменили, это ограничение, они вчера потестили и все. Ваня, блин. Ну, я бы звезду подкажал. Варенька, Варенька, драма скачалась. Ваня. А, Вани нету, я реву.
Ваня здесь. Ваня сбежит. Запустил. Там релогается человек, ты не услышал его? Не-не-не, я отменила, потому что вот еще ГП даст, не надо. Да там 50 секунд до боя. Ну там кидает в Долоран, когда вот так релогаешься, заходишь. Да, я сразу, наверное, скажу всем, там, за духами смотрите, потому что за медведя очень сложно их хлопать. Будьте, пожалуйста, внимательны, если мы доживем до третьей фазы. Что, в нас не веришь, что ли? Кто знает. Просто взял крест поставил на трае. А что у тебя под инстинктами выживания, ХП? Ты релога в рейде. 130 вроде. Короче, за два трая схватило один раз только меня и все. Больше ни одного лока не хватало. Давайте смотрим. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты видел финал. Не могу допустить, что вы величайший служитель смерти. Приготовьте, сейчас будет ловушка. Великий прошел. Чума секунда. РТД подготовьте. Ладен выносит. СПД пробежали. Ловушка 3 секунды. РДД пробежали. Миленький чуть-чуть. Чума секунда. Чуть пройдите, миленький. Чуму надо просить. Волшебный бить. СП. Бурдалака, забери этого на нем. Ловушка РДД. Блин, он обратно ушел. Не могу забрать. Лента, Арианка. Орден чума, не спель. Давайте ловушка, секунда. Калька, поднимай Арианку. Чума, секунда. Он летаем выносит. СП ушел. Ловушка секунда. Вставай, вставай, вставай. Милики, осторожно, не стойте уличать, идите в сторону. Ва. Ловушка, секунда. Не спал по рейду чума. Ловушка, смотрим, и чума секунда. Милики прошли. Чума секунда, выносим обязательно. Гном через весь рейд бежит. И васаби. Чума на васаби. Спали, васаби. Чума на васаби. Красавцы, просто красавцы. Кто диспелит чуму? Смотрим, я говорил, гомеопатии. Волшебно себя, забью на себя. Слав, за время научи срочно. Я бы там умер, если бы я чуму не диспелил. Я живу, я просто замедление было какое-то, и я так убежал. Да, я видел. Валера, ВРК. Просто меня научили с РСК, что если кто не может сам себя диспелить. Я и вынес нормально, но почему? Ай, чё ты говоришь? Валера, ВРК. Да. У тебя рога КД там? Или кто? Нет. У него хант есть. Да у меня патия. Долго шли, недолго. Ты должен диспелить через 2 секунды чуму. Раз, два, три диспел. Не ждать, пока умрёт чему. Но если ты знаешь, что ты не диспелил васаба, арианку и этого шамана, который, кстати, сам должен себя диспелить. Я им думал, ты сам себя не можешь диспелить? Да, да, расслабился. Ну, мы тоже можем ГП кинуть. У нас рейд как-то кучно стоит, нужно, чтобы все в точку встали, в метку, а у нас как-то все разбегаются, кто куда, кто вот сюда. Что, шамы зайти? Чума постоянно прыгает. Вот там я не знаю, как там моб
был на мне, потом пошел на Миликов. Я не понял вообще, я не посмотрел, там огромно там было и как это да, было. Да, поменяемся, я зайду на протопал, а ты на Вара. Я всю чуму со всех подиспелю сам. Пикните, пожалуйста. Давай. Блять, я еще и Валю задрел, сука. Пикните. Так, четвертый персонаж для этого рейда. Все ради Войда, блядь. Да ладно тебе, блядь, тебе просто в кайф так делать. Уважение. Типа такой, ну, мастер на все руки. Прикольно смотрится, но уже давно не прикольно. Для новичков просто прикольно. Конник у Джериона. Разрывать. Он же не в рейде. Рейди, вон он. А Поппер это? Валера, ты зашел? Валера. Что? Ты зашел там? Ты не сказал, на кого заходить. Я же говорил, хамба. WhatsApp сказал, что у меня есть хан. И все, ты промолчал. Я сказал, заходи. Я сказал, на ханта заходи. И Слава тебе сказал, на ханта заходи. Я не сказал, на ханта. Валера, ты тут? Заходи на ханта, Валера. Да, Валерия, он не услышал. А какой этот райд вообще? Третий или четвертый, не знаю, не считал. Что-то паскудные рейды в последнее время пошли, не заметили? Недельки две. Ну да. Как тебе сказали причину? Так не важно, кто ралит. Да вон, сегодня набрали ты уже этих офигенно, сейчас нормальные рейды будут. Да не, сейчас. Какие легенды? О чем ты? Где легенды? А какая есть еще гильдия по типу этой, но где-то типа такая же? По типу этой, но такая же. Бывает, да. С какой целью интересно? Какой? Адепты. Кнуты. Хочешь, ты думаешь о том, что когда нахватаешься ГП, в какую гильдию другую пойти одеваться? Я по тебе осталось недолго. Слышишь? Осталось недолго. Пойдешь к кнуты уже потом. Варианты, да, подбирать пора. Ты что, спал, что ли? Ничего зеваешь? Не. Уже хочешь спать? В 11 часов? Не, ну да, такого рейда. А, ну да, скучный, конечно. Ну, а не хотите убивать, ну, просто насрать. Олег, Олег, слушай, ты помнишь, рассказывал тему по поводу гроубокса? Да. Давай будем их продавать через Facebook. О, гроубокс. Их надо сначала сделать, наверное. Да не, под заказ будем делать, ты что? Ты знаешь, как вообще это делается? Это сложно делается. Да, в смысле, я делал. Витамин ассист, значит, смотрите по станам. Сандвини кружок, волшебный ромбик, также Джейми трусы. Так, витамин ассист, звездочку будешь на второй фазе ставить. Верхов, Валера, звездочку на первой вводишь РДД. Пулпер, также квадрат. На него еще ни разу ничего не кинулось, так квадрат и висит. Чекну. Вер. Все готовы, запустил. Так, а кому надо. Кому Амилу кинуть, дух повышает. Давай мне кидай. Не, давай. Прибыли наконец. Хваленный. Боевой дух. Кинь мне. Скорбь. О, заебись. Сколько повышает там дух? Не короче, напишем. У меня 61,88% получается, 61,96%.
критов. Какая сфера поставлю? 62. Тюменская, отойди оттуда. Тюменская, отойди, убьет лич. Да будет так. Герой... А чё, а откуда у нас Эльфреда среди? Я оставлю тебя в жизни. Антон, здравствуй. Антон. Привет, брат. Получше не говори. Ловушка приготовились? Велики прошли. Чума, секунду, рассмотрим. Как? Мурдавака. Велики прошли. Не достаете, подойдите ближе. Попал близко. Ловушка тут секунду смотрит. Ловушка секунду, да. РДД прошли. Марки секунду. Сверху. Так. Я завис, короче. Отбегайте, кинется ловушка на РДД зону. Ловушка смотрим. РДД отбежали далеко. Отбежали далеко. Забрит краш. Так, ловушка 3 секунды. Внимание. РДД ловушка, милики проходим, чума 3 секунды. Милики, готовьтесь выносить. Милики прошли. Чума секунды. Ни в чем выносить. Чардж. Перехват. Спел. Статус что ли? Ловушка секунды, внимание. На портопале ловушка, все подходим. Милики, портал. РДД, стойте. Давайте поближе, чтобы чуму вынести. Ловушка. Секунда. И чума 3 секунды. Дайте красную каплю, меня сейчас захуярит. Красная капля. Чума секунда. Выносите чуму к трэшу. Витамин молодец. Диспел его, диспел. Забили процент. Ловушки не будет. А вы зауешьте этих дураков. Все, протопал молодец. Бать меня хуярило. Не спальцал. Сильно дух. Могу побыть звездой, если так. Да, ставь на звезду, я сейчас дам. Вообще, WhatsApp должен. Кто-то из вас... Как хотите. WhatsApp должен. Вот, давай, режь себе, да. А забери там этого вурдулака одного. Склибаем здесь. Заберешь. Там пешки. Угу. Духа добили, задотали. Агро. Агро, блядь! Тарелка, да. Меча. В звезду встали. Разбиваем. Унесла Валя. Стану. Стану. Вышли из под, вышли из подвала, милики вышли, пулпер вышел, отошли от, из подвала. Вот, добили всех, всех добили. Красивое осквернение, конечно. Ну это пулпер, это пулпер. Дали рост, рост, рост. Разверни на другую сторону. Так? И подведи немного. Да. Взяли. Звезду встали. Под ростом, видите.
Какой же ты долбоёб, нахуй? Шаман на рестнике. Шаман возле ромбика. Все, рестнули, рестнули, не тратьте БР. Че, упасть думаете? Не, не хуя. Не бьем, что, минус один, хули падать. Звезду, рейндж оскверни. Ебать, Слав. Это моя правда, просто. Вместо того, чтобы ты сказал, когда надо вынести лужу, ты спрашиваешь, нужно упасть или что делать. Давай лучше кто-то поэрлит нормальный. Ну давай, рейндж. Так, да, Морденса, наверное, да. Что-то с ним делал. Кто первый лужа была? Да, все, все две лужи на нем, Морденс, ты ВРК, дружище. На нем две лужи было. Тебе есть ДБМ или тебе есть цель босса, кого он выбирает, куда исковернение кидает? Ты ни хера не выбегал, ты тупо забежал в центр, простоял, подождал, пока кастанет лич, и тогда только отбегал. Пизда, ему надо, блядь, ГП накинуть за это. Двойное. Джерри, он тоже к тебе. Блядь, на первых вальках милики бьют крайних валик. Не посередине, не среднюю. Да он видео мои не смотрел, блядь, как я там бил крайних, блядь. Не фанат. Давай, он мутант пара моим зайдет и все, и... Какой? Что мутант? Мутант зайдет к моим варам, короче, и все будет заебись. Короче, блядь, я думаю, ты сам понимаешь, что ты вынес плохо эту лужу. Хорошо, что мы влились в них нормально и РДД добили их. Лужа была прям в центре тех двух валик просто. Милики, Джерион, милики бьют крайних валь. Вот три вали летят, берется левая или правая вот из них. Бьется она, если кидается стой, стой. Спиной, сразу в сторону выбегается. А не под валь между ними. Все, смотри, бери этого пепера свой или мутанта варом, потому что я не могу, я лагаю. Давай пепера совой, а мутанта вара. Вместо... Ну, Морден 8 кдпс. Ну, рановато еще на лича, короче. Надо еще да. Пододеваться. Так, я тут, если шо, надо кем-то заменю. Вон, заходи, Ваня, на лока и, или на шипе, кем ты был вреден. Заходи на ханта и пошли. Или на шипе. На шипе лучше. Я могу ретро зайти. Сейчас убьете лифта. Меня в рейде нет просто уже. Ну, я заделся. Так сказал, как будто гадил, блин. Ну хотя тебя кралька передамажила, значит, ну, такой себе. Ну, лагал, да, понятно. И кто сейчас еще заходит? Мутант? Мутант, ты в РК? Заходи. Ну жмок должен на сову зайти в идеале. Камень жму пишет. Мы можем еще мырку поменять. Мырки? Да. У тебя ассист, Рома, РЛ? Ну там. Давайте Мараксуса реснем сперва. Мараксус, ты здесь? Ты отошел пожрать, накладывай. Ты пришел? Блэк Зомби, ты здесь? Блэк Зомби написал релог быстро. Дайте шкаф. Локи, смотри, два лока, блядь. Было 4 или 5, да? Вон мутант. Поднимай пати. Да мутанту я кинул пати уже. А ты написал, он вышел. Вышел и ты написал. Ну, пускай он будет совой. Сейчас мы один драй дадим. Если у нас не получится, то мы возьмем, ну, еще одну замену сделаем. Как бы рейд будет еще сильнее.
кого ты сейчас предлагаешь? И Мырки отправить, да? И взять... Сейчас мутант посидит. Ой, мутант Пеппер посидит, один трай покурит. Если что, Мырки пусть остается, меня заменить, мне просто ходить надо. Если что, тебя заменим, Мырки пусть остается, нам не принципиально. У нас 5 варов, я не знаю, ну тут просто надо ебашить, просто. Портуйся, Селена, дал потерь решение. Зачем ты ее сейчас меняешь? Ты... Ладно. Так она же сказала, лагает. Ну я могу, я не лагаю, мне просто ходить надо, но я еще там край 2 могу остаться. Ну давай, остаться. Давай, один трай дадим, сейчас убьем. Только, ребята, друзья мои, давайте все помолчим в РКК, я без наушников. Я схожу за наушниками, подождите. Думаете, мы будем ругаться? Слова говорить. Плохие, да? Блять. Да сейчас, сейчас собаку раздам, еще никому не дам. Интересно, что там в резке как бьет-то хоть. Ну, вот, я подорвался.